что союзы хоккея вижу незаполненные ряды на стадионе, тем не менее мне сказали о том, что билеты впервые за последние 30 лет все на стадион проданы. Гимн Венгрии. Итак, через минуту-другую начнется отборочный матч чемпионата Европы в Будапеште на Нефстадионе между сборными Венгрии и Советского Союза. И я еще раз говорю вам о том, что ссылаясь здесь на данные, которые вот публиковали.